очень рано. Быки сегодня забьют очередного барана. Все в поисках денег, чтобы выпить, проставиться. На улицах Саратова очень сложно прославиться, если ты не барыга, не бандит, не маньяк. Меня зовут Доги, я меня зовут так. Все ваши скудные мысли всегда об одном: как набить свое брюхо, наполнить вены дерьмом. Кого и где завалить, уговорить на пару палок. Вид среды обитания до омерзения жалок. Краток путь на вершину, рвота, пик наслаждения. Они готовы ради этого идти на унижение. Совсем нет уважения к опыту поколений. Мир праху солдата, что сегодня застрелен. Мир праху человека, что пока еще живой. Но вся ночь впереди, кто-то уйдет, мир иной. Вот чем живет город: ветер, пепел и прах. Но я бы сам убил того, кто каждый день на кумарях. Вот так или так, как это будет, не знаю. Я против этой системы, я пас выбываю. Вот Санек, ну че, ты тоже думаешь так? Я даже Доги не знаю, но ведь Иисус не дурак. Ничего на земле не происходит спонтанно. Время расставит по местам всех, поздно или рано. Да, Иисус не дурак, но это тоже подстава. Он работает на тех, у кого толще карманы. Когда подонка приберет к рукам с косой старуха, за него будут молиться, но это все показуха. Священник с благоговением будет читать свои молитвы, и ткань золотой будет, если покойник был видный. И оркестр играть будет, когда ему назначено. Все сделают все, если всем было заплачено. Короче, стой, Доги, ты просто на взводе. Все, что ты видишь вокруг, это злая пародия шутки твоего бога. А, дай мне договорить, каждый сам выбирает, как ему надо жить. Всех их можно понять, их даже можно простить. Каждый готов на другого свои проблемы валить. Наша страна убивает нас, людей изнутри. Наши условия жизни, да ты сам посмотри. Нет работы, нет денег, в общем, полное блядство. Что-то как-то не любит нас совсем государство. В нас изначально заложен источник измены. Люди бьются в стены, люди режут себе вены. Ему нет 20, уже надежда погибла. Круглосуточно ночь, совсем просвета не видно. Он задается вопросом, но не слышит ответа. Я бы сам много отдал, чтобы увидеть пятно света. Но откуда все это адское порождение? Они находят насилие, свое самоудовлетворение. Находят точки радости в мутном растворе. И даже счастье крупится, но уже на повторе. Фрагменты любви в сексе с первым же встречным. Как намного жить проще, но это тупо беспечно. Вот черное, вот белое, это трудно перепутать. Они знают, как жить, но не хотят об этом думать. Они живут одним днем, так же, как мы с тобой. У тебя нет оснований не согласиться со мной. Мы прорвемся, я знаю, я это чувствую в коже. Лучше стыдка на бизнес, мы верим в хорошее.